Последние годы много сделано в республике для развития физической культуры и спорта. Казань все больше закрепляет за собой звание спортивной столицы. Вслед за успешно проведенной универсиадой мы готовимся к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года, который тоже необходимо провести на достойном уровне. Сегодня спортивная инфраструктура республики включает в себя почти 10 тысяч спортивных объектов, около 120 современных крытых комплексов. Очень важно обеспечить их эффективную работу. Свою роль в развитии массового спорта призвано сыграть и решение о восстановлении с текущего учебного года комплекса ГТО. Это станет хорошим подспорьем в улучшении здоровья наших граждан. Особое внимание хочу обратить на работу профессиональных клубов в игровых видах спорта, которые пока слабо участвуют в подготовке собственных резервов. Пора менять приоритеты. Акцент нужно делать не на приглашение легионеров, а на подготовке собственных спортсменов. Республика должна гордиться своими чемпионами.